Даже маленькие города в Индонезии используют биткоин. Индонезийские мигранты, работающие за границей, пересылают своим семьям деньги в цифровой валюте. По данным CoinTelegraph, согласно статистике, в 2010 году индонезийцы, работающие в таких странах, как Саудовская Аравия, Малайзия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, отправили домой более 5 миллионов долларов, а банки получили свою долю в 429 миллионов долларов. Теперь, благодаря криптовалютам, эта сумма значительно уменьшилась. Кюр де Местер, главный редактор агентства Adamant Research, заявил в своем твиттере, что по всей Индонезии жители все больше привыкают к криптовалютам. В восприятии людей произошло фундаментальное изменение, в то время как ликвидность криптовалют продолжает расти.